Центр оздоровления и закаливания на Парковом озере автозавода открылся в Нижнем Новгороде. На символической церемонии состоялось спортивное соревнование среди женщин и купание в проруби. Поздравил автозаводцев с открытием центра депутат законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, принявший участие и в его создании. Я уверен, что здесь будут постоянно жители оздоравливаться, закаливаться. Здесь будут проводиться сдачи норм ГТО. Здесь будут проходить лекции, занятия для тех, кто хочет приобщиться к моржеванию, закаливанию. Всем участникам праздника были вручены цветы, а победителям дипломы и памятные медали от Департамента спорта администрации Нижнего Новгорода. В завершении всех ждал горячий чай с пирогами. Олег Лавров, время новостей.